Громко, ярко, эмоционально отметили в Щелкове один из главных государственных праздников – День России. Зажигательный флешмоб «Россия – это мы» с триколорами показали танцевальные коллективы Центрального дворца культуры на залитой солнцем площадке Парка культуры и отдыха. День России относительно молодой, но всенародно любимый. 30 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Россия – это великая страна, у нее великое прошлое, великое настоящее и, несомненно, великое будущее. Ребята, будущее за вами, берегите Россию! День России – большой и всенародный праздник, который отмечаем с чувством единения и гордости. В каждом российском городе его отмечает по-разному. В Щелкове на эстраде парка выступает Щелковский муниципальный духовой оркестр и его солисты. Люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь. Здесь я родился, здесь я вырос, здесь получил образование. Здесь работаю и понимаю, что вот в этой работе я счастлив. Живая музыка концертного духового оркестра, проникновенные голоса солистов вызывали восхищение. Русский парень в огне не горит, русский парень в огне не тонет. Смотрели на артистов, танцевали и пели. Люди широко отмечали День России. Признание любви к родине звучали от сердца. Это, как для каждого человека, наверное, день рождения. Вот родились мы в этой стране, в ней живем, ей служим. Мы русские, мы любим нашу родину, учим этому наших детей. Россия для нас – это родина, это большая гордость за то, что я родился здесь, что у меня родители здесь, дедушка, бабушка. В праздничном концерте только лучшие песни. «Счастливый день», «Белая черемуха», «Вологда», «Родные места». Что как не песня передает широту русских просторов и бескрайнюю любовь россиян к своей родине. Родина одна, мы страна. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Сергей Максимов, Андрей Белкин. Щелковское телевидение.